На канале «Россия-1» состоится повтор четырехсерийного мелодраматического сериала «Анютины глазки». Сюжет сериала расскажет про то, что когда мать Галины, Лидия Сергеевна, попадает в больницу, она наконец решается открыть дочери ужасную правду о поступке, который сломал ее жизнь. 19 лет назад, когда Галя забеременела, мать подделала документы и отдала новорожденную внучку в бездетную семью. Дочери она сказала, что ребенок умер. Лидия не понаслышке знала, какая участь ждет мать-одиночку, и не хотела, чтобы дочь повторила ее судьбу. Но жизнь Гали так и не сложилась. У Ромы теперь своя семья, а Галя так и не вышла замуж. И не приходило и дня, чтобы она не вспоминала свою погибшую девочку. Галя находит дочь, и теперь у нее появляется шанс наверстать упущенное время. Но у Лани была сложная судьба, ведь она росла не в семье, а в детдоме. Галя не решается сразу сказать правду дочери, вместо этого она приглашает девочку на работу в свой цветочный магазин «Анютины глазки». Главные роли в сериале исполнят Ирина Вербицкая, Ника Корниенко, Андрей Фролов и Дарья Белоусова. Премьера четырехсерийного сериала состоится 6 июня на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.